сейчас грядет четвертая промышленная революция. На сегодняшний день новые IT-технологии, роботы, энергетика, биология, химия, генетика, сама динамика развития современной науки и технологий приводит к тому, что в ближайшие годы 70% населения планеты останутся без работы. Кто это не понимает, тот безнадежно отстанет. Для тех в ближайшем будущем будут серьезные проблемы. Нужно осознавать, что нужно инвестировать в себя именно сейчас. Инвестировать в свои знания, в свое образование. Искать новые подходы, искать новые возможности. Лучший выход из этого на сегодняшний день – это профессия сетевика, профессия MLM. От человека к человеку она вечная. Недаром MLM называют профессией 21 века. Бум MLM еще не наступил. На сегодняшний день мы только к этому приближаемся. Это новый виток в развитии MLM-индустрии. В ближайшее время будет очень серьезный подъем в этой сфере. Общайся с лучшими, общайся со знаменитостями, учись у богачей, учись у тех людей, которые преуспели в этой жизни. Когда ты общаешься с успешными людьми, когда ты общаешься с людьми, которые зарабатывают больше, чем ты, ты у них учишься. Я всегда говорю то, что научить может реальный человек только тот, кто сам это сделал, кто сам достиг этого успеха, кто сам достиг богатства. Он стал богатым, значит, он может научить тебя, как это сделать. На сегодняшний день очень много теоретиков, очень много написано книг, но я скажу, ни одна книга не научит тебя и не сделает тебя богатым. Ни один теоретик, который прочитает хороший тренинг, он не сделает тебя богатым. Богатым ты можешь стать только когда ты будешь вырабатывать хорошие привычки богатых людей. Тогда это приведет тебя к богатству. Многие люди бедны только потому, что они привыкли к бедности. Вот эта привычка к тому образу жизни, в котором они живут, к этой серости, эта привычка, она губительна. И самое главное, что в этом живут на сегодняшний день 90% людей. Они привыкли, что им надо каждый день ходить на работу. Они привыкли к тому, что каждый день им нужно думать о деньгах. Они привыкли, что им нужно платить каждый месяц кредиты. Они привыкли, что им надо постоянно искать средства, чтобы платить образование своим детям. Они привыкли к тому, что им постоянно нужно выживать. И эта привычка, она губительна. Займись делом, которое ты любишь. Займись делом, которое тебя увлекает. И тебе до конца жизни не придется работать. Это нельзя назвать работой, потому что для успешного человека его дело – это его образ жизни. Самое важное – нужно любить свое дело, свято в него верить. Нужно жить им, нужно бредить им. Даже если я поеду в отпуск, я все равно думаю о своем деле, и мое дело меня не напрягает. Успешные люди занимаются своим делом, потому что они его любят, потому что они в этом живут. Это реально психология богача. Это один из секретов успеха. Нельзя человека заставить стать чемпионом. Вопрос только его внутреннего желания. Если он действительно это хочет, если у него есть желание, или если у человека есть внутренняя потребность стать чемпионом, только это его сделает чемпионом. То есть для того, чтобы ты достиг успеха, ты должен по-настоящему это захотеть. Если у тебя есть желание, ты его довел до страсти, ты будешь богатым, ты достигнешь своей цели. В любом случае, ты получишь то, что ты хочешь, и то, во что ты веришь, то, о чем ты думаешь. Думай о том, что у тебя получится. Верь в свою цель. Даже если тебе кажется, что эта цель слишком большая, на самом деле это хорошо. Ставить нужно самые большие цели. И если ты думаешь о том, что ты сможешь, ты это реально сможешь. Любой может стать богатым, счастливым. Все дело в том, что как ты об этом думаешь, как ты этого хочешь. Если ты по-настоящему хочешь, свято в это веришь, ты к этому придешь.